Раз-два, раз-два. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня видно, слышно. Мне также удалось запустить трансляцию на Facebook. Поэтому прошу 30 секунд. Здравствуйте. Хорошо, все видно. Будем начинать. Александр, подсоединяйтесь. Добрый день, добрый вечер всем, коллеги. Приветствую. У кого-то вечер, у кого-то ночь, в зависимости от вашего часового пояса. Да. Итак, коллеги, меня зовут Федор, это школа перевода Lingua Contact. Сегодня у нас такое необычное начинание. Мы проводим мастер-класс продажи услуг B2B на высококонкурентном рынке. Меня зовут Федор, я директор компании Lingua Contact. Ну, многие здесь присутствующие меня уже знают. Со мной замечательный, и буду настаивать на этом титуле, коллеги, коуч, сильнейший коуч Москвы Александр Ерохин. Друзья, в двух словах расскажу, как вообще я пришел к этой мысли, к этому мастер-классу и к тренингу, который нас ждет позже. Дело в том, что за последние годы, да и вообще, наверное, за 10-12 лет, которые я работаю в нашей замечательной отрасли, я заметил, что продажи, сервис и вообще обслуживание клиентов вращаются вокруг примерно одних и тех же концепций, которые в каком-то смысле ну, вышли в тираж, стали стереотипны, устарели, может быть. И мне показалось, что было бы здорово привлечь в нашу отрасль какие-то новые идеи и, не побоюсь этого слова, друзья, попытаться вывести продажи на новый уровень. И я думаю, что это реально, потому что хотя бы потому, что есть такой замечательный специалист по продажам, как Александр Ерохин. Мне очень понравилась системность подхода Александра, его такая комплексность, глубина подхода. Ну, друзья, впрочем, сегодня, я думаю, вы сами все увидите. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Если они есть, пишите ваши боли, пожелания, все что угодно, пишите в чат. Мы будем, наверное, рады в том числе и интерактиву. Давайте начинать. Да, Александр? Да, давайте начинать. Обозначим примерно план, сколько длится будет эфир, чтобы коллеги могли также планировать свой вечер. Да, час, я планирую, что час, в принципе, мы должны уложиться, и, ну, по крайней мере, то, как мы планировали. И вот остальное давайте по ходу дела. В принципе, у нас есть программа, некоторые вопросы, которые мы заранее проработали, и декларировал я их на наших площадках. Но на самом деле я буду стараться, так сказать, по ходу дела реагировать и корректировать нашу дискуссию. Я так это вижу. Хорошо? Хорошо. Да. Вот, давайте тогда начнем с того, Саш, как ты вообще считаешь, надо ли в принципе продавать хороший товар, хорошую услугу, или она сама себя должна продавать? Начнем с этих основ. Если обратиться немножко назад, то до примерно 30-го года прошлого столетия солнцем бизнеса было производство. Еще Генри Форд говорил, что мне не важно, какого цвета автомобиль им нравится, если у меня много черной краски. Будут покупать то, что я предложу. А потом, когда производить научились, то солнцем бизнеса примерно до 90-х годов были финансы. То есть производить умели, но не имели достаточного количества денег. Сейчас денег переизбыток. Всякие деривативы, опционы, фьючерсы, деньги на деньги и так далее. То есть деньги девать некуда. И солнцем бизнеса стали продажи и маркетинг. И это продолжается до сих пор. Все остальные департаменты, производство, логистика, менеджмент, HR и так далее, все они крутятся вокруг продаж. Поэтому любой, абсолютно любой товар, даже бесплатный, приходится продавать. Ну да, да. Согласен. Хорошо. Ну хорошо, а допустим, чем отличается продажа товаров от продажи услуг? Ну, тут на самом деле целый ряд отличий. И я, наверное, вспомнил бы, может быть, 5, но назову парочку хотя бы самых таких явных. Во-первых, когда вы продаете продукт, ну не знаю что, например, вот воду, стакан воды, то на этом ваша коммуникация, ваша сделка, по сути, заканчивается. Вы продали, отгрузили и все. Когда же вы продаете услугу, все только начинается.
То есть вы уже можете получить деньги либо какую-то предоплату, и только начинается ваша коммуникация. Поэтому часто ошибку, которую допускают в том числе менеджеры, они после, до того, как сделка состоялась, очень активны. После того, как она завершена, они пропадают. И мы в лаборатории Радмил Лукича, а именно управляющим партнером этой компании я являюсь, здесь можно немножко представить, чтобы понятно было, с какими вопросами ко мне можно обращаться, мы строим бизнес-системы, системы продаж. И очень большое значение имеет именно системный подход здесь, чтобы они были системные и тиражируемые, масштабируемые продажи. Так вот, мы опрашивали клиентов в клубе коммерческих директоров, и мы выяснили, что 78% людей раздражает то, что пропадают продавцы, и как раз 69% нравится, что они продолжают вести эту сделку, продолжают либо напоминать, либо говорить, как, в какой стадии находится сделка и так далее. Поэтому первое – это то, что продажа и коммуникация после продажи только начинается в услугах. Ну и второй, наверное, важный такой фактор – это неотделимо от мастера. Наши клиенты не знают, кто будет конкретно им делать перевод, они не общаются с исполнителями, но они смотрят на компанию в целом и на весь подход, на весь бизнес-процесс. Как, насколько слова с делом сходятся, как быстро, как качественно и так далее, и так далее. То есть, если вы продаете товар, то какая разница, кто сделал условно там этот стакан? Когда же вы продаете услугу, то, ну, вот какой-то пример, бывает, стрижка стоит 500 рублей и никого, очереди нет. А бывает, стрижка стоит 5000 и очередь. Ну, потому что есть мастер, он делает классно. Поэтому говорить, что на вашем рынке господствует цена, я бы немножечко поспорил, потому что я видел компании на вашем рынке, в переводах, которые продают там условно по 100 рублей, по 200, по 300, и все они живут, и все они как-то находят своего клиента. Просто какой-то клиент готов чуть-чуть платить дороже, но вопрос за что? Это надо выяснять. Поэтому услуга неотделима от мастера, от того, кто это будет производить. Товар отделим. Ну, вот парочку таких явных главных отличий. Дальше расскажу еще. Да, согласен абсолютно. На самом деле, просто когда ты продаешь услугу, даже если ты не сам переводчик и не сам ее поставляешь, то в любом случае ты как бы олицетворяешь, являешься метафорой, что ли, компании. И, наверное, здесь что? Какие здесь самые, Саш, вот критерии важные? Соотношение своих навыков со словом. Слово да. И дело. Ну, вот такие очень банальные, казалось бы, вещи. Сейчас клиент такой избалованный, он говорит, перезвони мне через 3 часа. Ты ему говоришь, это в 21:05. Он такой, ну хорошо, звонишь в 21:05, он говорит, ой-ой-ой, не успел там и так далее. Он может даже сказать, давай ты мне позвонишь в 3 часа, я как раз приеду. Не-не-не, в 3:15, вот так. И ты ровно в 3:15 звонишь. Ты сделал так раз, ты сделал так два, и он понимает, что ему уже есть чему у тебя поучиться. Ты точен. Или ты говоришь, сегодня я пришлю вам там превью или там договор или еще что-то. А что такое сегодня? Это до 0 часов? Или до 18 по там, местному времени. А сейчас что такое? Это вот сейчас там 7 минут 8 по Москве. Значит, если ты сказал сейчас, то у тебя еще 52 минуты. А как бы час прошел, это уже следующий час. И многие клиенты, особенно если они внимательные и относятся к таким аналитическому складу ума, они обращают на это внимание, они понимают, что ваши слова можно делить на 2, а то и на 3. Абсолютно. Вот эта точность, вежливость королей, она достаточно сложна, но вызывает уважение, доверие. И потом с такой компанией хочется работать. Да. Не, я тоже за такую жесточайшую пунктуальность в этих вопросах согласен абсолютно. Но тут такой вот нюансик есть интересный. А не слишком ли ты будешь идти на поводу у клиента? Не слишком ли ты его избалуешь такими моментами? Ты делаешь только то, что договорился. Но это же не означает, что ты должен соглашаться на все. Ну, я же сейчас привожу пример, когда я договорился с кем-то о каком-то поведении, что мне так удобно. Но мы же сейчас говорим о переговорах, и в переговорах у вас есть свое слово, вы можете не согласиться, сказать, вы знаете, через 2 часа я не смогу, давайте там утром в 9. Ну, тогда утром в 9. Он говорит, да, хорошо, ну тогда утром в 9 вы также должны вовремя это сделать. Ну, у многих компаний нет CRM-системы, напоминалок. Многие, в принципе, как-то это там вешают такие стикеры или еще что-то. У каждого есть какая-то своя система. Но сейчас, ввиду искусственного интеллекта, ну, я так скажу, фраза «забыл» стала неактуальной с той самой поры, как придумали письменность.
Ну, да. А уж и особенно, сейчас, когда придумали компьютеры. Да. Ну, мне кажется, мы немножко ушли в тайм-менеджмент, а вопрос-то у нас сейчас про продажи и переговоры. Да. Да, в чем отличие вот продажи и переговоры? Ты вчера интересно вот сказал, высказал идею. Продажи и переговоры – это разные вещи принципиально, да? Это так, коллеги. На самом деле это виды коммуникаций. То есть вы коммуницируете с человеком, и я искренне желаю, чтобы с какой-то целью. Часто бывает, что проговорили час, а там толку нет. Так вот, если продажа заканчивается при слове «да», человек согласился, а начинается после слова «нет». То есть, другими словами, если вы предложили продукт, человек согласился, вы его оформили, отгрузили, ну где здесь продажа? Это просто сервис, это просто обслуживание. Человек сам себе все продал, компания сама себе все продала, вы обслужили. Такое, конечно, достигается на вторую, на третью и последующие продажи, когда все остальные условия вы договорились. Но когда вы первый раз заходите в компанию, и после слова «нет» или какого-то отказа начинается продажа. И она заканчивается после того, как клиент сказал «да». А вот тут начинаются переговоры. На каких условиях будет это «да»? И бывают длинные переговоры, бывает продажа без переговоров, а бывают длинные переговоры, к сожалению, без продажи в конце. Да. Это большая проблема тоже у нас. Торга, сроки, качество, там, условия, цена и так далее. Их надо все знать и понимать, что уступить, что попросить взамен, как вот эти вот переменные торга двигаются. Ну хорошо, а все-таки вот к самой сути перейду. Я заметил, что очень часто клиенту выгодно сводить к цене все. Да? Он может делать это прямо, может делать косвенно, но как бы он все равно намекает на эту историю. А продавцу выгодно максимально этот вопрос отсрочить. Согласен с таким подходом? Так и есть. Так и есть, окей. Потому что до того, как создалась ценность, о какой цене вообще может идти речь? Да. Ну, фраза может звучать так. У нас в компании такой стандарт. Все, что кроме денег, мы обсуждаем до денег. Кстати, мы недавно провели розыгрыш билета на конференцию, и там я решил задать вопрос. Какой самый лучший, самый высококонверсионный ответ на возражение «дорого»? Там ряд комментариев было, кто-то получил билет сегодня, а по факту самым лучшим ответом является изоляция. Когда вы изолируете это возражение от остального, вы говорите что-то типа: правильно я понимаю, что по всем остальным параметрам мы договорились, они вас полностью устраивают, осталось только обсудить бюджет. Клиент говорит «да», и вы изолировали его только по цене. А тогда смотрите, если он хочет дешевле, вы привязываете это к другим параметрам, к срокам, к качеству, к еще каким-то. И получается, что он делает не дешевле, а хуже. Это минимальная цена за ваше максимальное счастье. А хотите меньше счастья, ну, будет дешевле. Все сбалансировано. Но вопрос дорого, конечно, нельзя вырывать из контекста. Это дорого по отношению к конкуренту. Это дорого по отношению к тому, что я покупал в прошлый раз. Это дорого по отношению к моим представлениям о цене. Это дорого по отношению к бюджету, какой у меня есть на данную услугу. То есть тут есть большое количество разделений, и в зависимости от этого ответ уже будет другой, конечно, разный. Но об этом мы на тренинге поговорим, я подробно расскажу, мы потренируемся и научимся на любое возражение находить правильный ответ. Да, посматриваю просто я на трансляцию ВКонтакте, Фейсбук. Да, коллеги, кто смотрит нас на Ютубе, ВКонтакте, в Фейсбуке, там, возможно, связь будет глючить, потому что мы делаем там рестрим. Если вы хотите хорошее качество, приходите к нам в Zoom. Тут все отлично. Окей. Да, ты очень здорово, Саша, сформулировал. Вот мне понравилась историю с этой вот игрой с ценой, потому что в услугах и в переводах есть такая проблема, что ведь тоже можно понижать постоянно себестоимость. Можно заплатить меньше фрилансеру. И клиенты это знают, понимаешь? И вот как бы клиенты тоже стали опытные, закупщики тоже опытные, и они уже прямо знают, сколько стоит даже, в принципе, услуга фрилансера. Ну, опять же, как бы предполагают, потому что здесь это всегда по-разному. И, наверное, действительно важно очень как бы какую-то, наверное, прайс все-таки, да, делать, мне кажется, базовый, и с него уже никак не... Ну, на мой взгляд, должен быть все-таки базовый прайс. Немножко не так, Федор. Да. Переговоры более тонкий процесс. Если в продажах есть этапность, то переговоры правил не имеют. Чтобы как бы лучше об этом понять, давайте дадим определение переговорам. От определения очень многое будет дальше зависеть. Переговоры – это движение от изначально несовместимых позиций в точку, где договоренность возможна.
То есть для того, чтобы переговоры начались, нужно, чтобы появились какие-то две несовместимые позиции. Ты говоришь 100, тебе говорят 70. Вот у вас переговоры там по цене. Или ты говоришь субботу, тебе говорят пятницу. Вот у вас переговоры по срокам. Или ты говоришь, я здесь в июле пойду в отпуск, тебе говорят в феврале. Вот у вас переговоры по дате. У нас же большинство коммуникаций называют переговор. Чем они там занимаются? У них переговоры. Они просто обсуждают что-то. У них нет разных позиций. Но когда люди позиции обозначили, то вы должны понимать, коллеги, когда клиент вам говорит, у меня огромный выбор, это не означает, что это факт. Просто ему это помогает, ему это выгодно. Да. Чтобы вы думали, что у него огромный выбор. Когда он говорит, что у меня ограничен бюджет, у меня нет денег, ему это помогает. Вы что, хотите, чтобы он сказал, вы у меня единственный поставщик? Или чтобы он сказал, ребята, у меня неограничен бюджет, чтобы у вас высветилось на лбу отгрузить на весь бюджет, да? Это смешно. Он говорит то, что ему помогает, но это не значит, что это факт. И в этом помогут уже переговоры. Да, каждый играет свою роль, как в театре. Да, да, это надо понимать. Вы знаете, закупщики, сейчас много тренингов по закупкам проходят, самых разных, они закупают все, что угодно. Но алгоритм там довольно простой и жесткий. И они все лучше и лучше и лучше проводят переговоры по закупкам. Многие из них прям зубры. То есть они уже путают снабдить компанию хорошей услугой или выкрутить кому-то руки. Ну, то есть вот они уже такой у них вид спорта. То есть если я сегодня хруст руки не услышал за спиной, то спать плохо буду, на мне наварились. Да-да-да. И они, знаете, базовое упражнение закупщиков, они становятся в круг, хлопают ладоши и говорят, у вас очень дорого, у вас очень дорого. Это вот классическое такое упражнение. Вот, не ведитесь, хорошо, ребята, да, на это. Лучше скажите примерно следующее. Цена вас будет волновать один раз в день покупки, а все остальное время вас будет волновать стоимость сотрудничества. Сколько геморроя, трудностей, сложностей, ошибок, косяков и так далее вы получите в результате вот этой экономии. Ну да. То есть, Саш, правильно я понимаю, что сама продажа, в принципе, да, когда мы говорим там о холодных звонках, об установлении первичного контакта, в принципе, в этом моменте продавец заинтересован в том, чтобы вывести это на статус переговоров. Да, потому что сначала это как бы не переговоры еще. Да, конечно. Поначалу, когда идет продажа, там все уже давно оцифровано. Вот мы каждые полгода обновляем лучшие, наиболее высококонверсионные фразы, которые наилучшим образом помогают пройти блокера, выйти на лицо принимающее решение, заинтересовать, установить с ним контакт и сделать там предложение, получить заявку. А вот некоторые клиенты, может быть, вы замечали, коллеги, у кого такое было? Вы просто звоните, говорите, вот такая-то услуга. Он говорит, да, хорошо, берем, что у вас, как. И начинает обсуждать. То есть он не скрывает, что есть потребность, есть бюджет, все есть, продавать мне ничего не надо. Но вот на каких условиях я это буду, вот давай поговорим. То есть продажи там нет вообще. Да, это надо, я хочу, но давай обсудим. Там только переговоры. Бывает и такое. То есть продажа просто быстро слопывается, вы выходите на человека, он говорит, да, хорошо, что предлагаешь? Ведь у большинства клиентов сейчас не один, а 2, 3, 5, 10 поставщиков. Они делят крупный бюджет на части, потому что сроки, потому что косячат, потому что... ну вот я приведу пример. У одного клиента у него так. Весь объем он делит так. 60% объема он отдает трем проверенным поставщикам. Это поставщики первой очереди, поставщики услуг. 30% поставщики второй очереди, их уже около 10. И 10% по чуть-чуть дает много-много мелких. Это как детский сад, он проверяет, смотрит, насколько точно. А как думаем мы? Мне дали на 2 копейки крошки. Ну что я буду так сильно заморачиваться вот на данный проект со сроками, с качеством и так далее? Вот у меня крупный проект, я им займусь. Но это ваш путь к большому пирогу, большому куску пирога, когда вы четко, точно, грамотно отработали первую там или какие-то маленькие заявки, если вы понимаете, какой бюджет вообще всего у этой компании. Тогда если расскажут, да? На расширение доли, пенетрацию в портфель клиента и стать его основным, главным поставщиком этой услуги. Это, кстати, такая важная очень история в переводческих услугах, потому что я не знаю даже почему толком, но многие крупные компании выбирают именно такую политику дробления заказов. Это прям история классическая, я бы сказал, классика. И мне кажется, мало кому удается из крупнейших игроков рынка стать единственным поставщиком или даже там одним из двух. Это прям очень редко. Бывает, но прям... Да, мне хотелось бы вам дать на тренинге такой алгоритм,
который позволит вам просто начать забирать рынок. Потому что это настолько четко, точно и оцифровано, вы делаете наилучшим образом свое дело с достаточной интенсивностью. И у рынка ничего ни другого не остается, как, в общем-то, отдавать вам свою долю. Но тогда встает вопрос уже, как масштабироваться, как управлять такой махиной, ну и так далее, и так далее. Это уже вопросы управления. А вот после тренинга вопросы того, как находить клиентов, как им продавать, как договариваться, проводить переговоры и так далее, этого уже не будет стоять. Надо будет только просто брать и делать. Ну да. Ну, к вопросу об управлении. У нас сегодня тоже довольно-таки много таких небольших бюро, где люди хотят развиваться. Да, да. И, знаешь, такой вопрос всегда возникает. Если ты хочешь развиваться, в первую очередь тебе надо готовить инфраструктуру или все-таки идти в продажи. И многие выбирают именно путь продаж, потому что как бы это дешевле. Ты вчера сказал интересную вещь, что зачастую проблема в управлении, в первую очередь, а не в продажах. Сейчас война идет не в товарах и не в ценах, коллеги, она идет в моделях управления. То есть почему не получается интересно. У маленькой компании стать большой? Не потому что у нее продукт какой-то другой, продукт плюс-минус там одинаковый, не потому что у нее там цена или что-то еще. Слабое управление, слабая модель управления. Но здесь надо, знаете, что понимать? Некие фрилансеров и некие микробизнесы это устраивает. То есть они не стремятся стать большими и не надо. То есть их это устраивает, они вот ведут такой вот семейный там небольшой бизнес. Те амбициозные люди, которые вот чувствуют в себе необходимость развиваться, тогда да, тогда они изучают модель управления, потому что вы должны понимать, вот вы что-то делаете, вы мастер, а вот вы начали масштабироваться, вы уже менеджер. И это вообще разные профессии, вот вообще разные, совершенно. Поэтому оно вам надо? Если надо, тогда да, тогда вы по адресу, тогда можно масштабироваться. Если нет, то просто обеспечьте себе большой поток, портфель заказов, который позволит вам быть загруженными, ну, скажем так, на 85-90%, чтобы иметь немножко так, передохнуть какие-то вот буферы. И все, и радуйтесь жизни. Ну да. Ну, зачастую, правда, бывает непонятно, в какой момент перейти на масштабирование. Или это надо четко взять план, да, и четко его реализовывать. Да? Вот в этот самый момент очень легко посчитать емкость вашего бизнеса. То есть, если все ваши люди будут работать на полную катушку, то какой объем вы произведете там в день, в неделю, в месяц, в год и так далее. А потом посчитайте, сколько это стоит, средняя цена, и вы поймете, сколько на данный момент ваш бизнес может произвести денег всего. А потом посмотрите, сколько он производит. И посмотрите разницу. Как только вы будете загружены на там 85-90%, начинайте по чуть-чуть откладывать на масштабирование. Потому что масштабирование такая штука, что сначала приходится вложить, будет немножко такой провал, и потом оно пойдет в рост. То есть вам придется чуть времени, энергии потратить на построение системы, ну и меньше внимания уделять непосредственно самим продажам, самому бизнесу. Но отстроив систему, она дальше масштабируется. Но опять же, мы ушли в менеджмент, это тоже очень интересно. Ну да. Может быть, Федор забыл как-то сказать или представить. Дело в том, что, коллеги, я в большей степени выстраиваю все процедуры, потому что то, что я говорю, оно же надо внедрить. Ну, то есть внедрение – это то, что отделяет знания от денег. Ну, дам я вам самые лучшие фишки, самые высококонверсионные фразы, мы отработаем правильный алгоритм, но это же все надо будет сделать. Оно вот знание, ну, это зерна, ну, то есть они вот денег-то не дают. И поэтому я, понимая это, из тренера пошел дальше уже в консалтинг и начал это все внедрять. И я обнаружил, какая пропасть между знанием и результатом. Да, согласен. Это, конечно, такая история. Продажа – это, в первую очередь, практика, еще раз практика. Да, это технологии и практика. Как спорт, в каком-то смысле. Да, переговоры в том числе, да, это спорт. Надо быть в тонусе, в переговорном тонусе. Держать удар иногда. Хорошие, крупные клиенты, они могут не церемониться, быть грубые и как-то невежливые и так далее. Но для вас это хороший сигнал, коллеги. Потому что, завоевав такого клиента, он также будет вести себя и с конкурентом. Значит, вашим конкурентам будет сложно. Угу. Если же вы встречаете лояльного, теплого, доброго клиента, он же такой со всеми. И он такой же может быть и с вашими конкурентами. Значит, через какое-то время он не откажет и им. И если вам страшно, если вам больно, если вам трудно, то вы идете как бы туда. Ну, то есть выберите самый сложный путь, и у вас там будет меньше всего конкурентов. Выберите самый легкий путь, и у вас там будет полно конкурентов. Часто этого не понимают, да. Абсолютно. Золотые слова, на самом деле. Саш, а вот как
тренироваться, что ли, развивать свои именно качества продавца, да, чтобы быть сильнее. Что надо делать? Хорошо, я сейчас скажу, коллеги, а вот у меня такой вопрос. Я сейчас вижу большое количество, порядка там 30 плюс экранов, но в прошлый раз мы общались, и кто может, в правом верхнем углу Zoom можно вывести на большие экраны, будут видно там два нас человека. Просто да, там есть напишите, кнопочка, что вы видите. Вид докладчика, кнопочка, да, жмешь ее и... Ну да, меняется. Да, да, просто напишите, что вы видите, чтобы было комфортно, и вы могли некие вещи сделать. А еще, знаете, у меня такой вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, в каком соотношении вы продаете по телефону, ну, неважно, там, Zoom, Skype, WhatsApp, ну, по телефону, ну, имеется в виду онлайн, и вживую. Если вживую ноль, напишите, вот, коммуницирую лично, вот, один, ну, как-то ноль, а вот 100% туда. Если 50 на 50, 50 на 50. Если только вживую, там выставки, личные встречи, визиты и так далее, то 100% здесь и 0 там. Напишите, пожалуйста, в каком соотношении продаете, потому что навыки нужны там разные, чуть-чуть разные. Например, какие жесты вы делаете во время телефонного разговора, ну клиент это не видит, это не суть важно. Какая у вас мимика лица, это не важно. Но какая у вас интонационная окраска речи, вот ноль. Я вам сейчас произнесу две фразы. Хороший скрипт, я им заключил не одну сделку, очень крупную, в том числе на сотни миллионов. И я вам сейчас эту фразу произнесу, она очень простая, но если я произнесу ее двумя разными видами, то вы поймете, что сам по себе скрипт или что-то такое, это ну, не так важно значит, как то, как вы это говорите. То есть сами слова, сам текст, сама речь и так далее. Вот, Ольга пишет, больше интересно про живое общение, 5% вживую, 95% онлайн, 0% вживую, основной телефон, запись будет, спрашивают и так далее. В общем, коллеги, по-разному, видите, по-разному вы продаете, в таком случае нам нужно будет добавить вот в сам тренинг и то, и другое. По телефону не продаю ничего, 20% интернет, веб-сайт, 80% вживую. Ну, правильно я понимаю, что у вас транзакционные продажи, Николай, когда у вас уже оставляют заявку, и уже все купили, и деньги оплатили. То есть контакта вообще с человеком нет. То есть чистая транзакция, как вот интернет-магазин. Мне кажется, что все-таки какой-то момент стыковки голоса, он все-таки присутствует. А может быть у вас действительно так. Вам заполнили табличку из 18 пунктов, и все, прислали вам там текст, а вы его сделали, и все. И никакого контакта с человеком не существует. Потому что ваш человек, любой, вы и ваши продавцы, это лицо компании, от того, как они будут коммуницировать, очень многое зависит. Я обещал фразу, я ее сейчас скажу. Клиент иногда сомневается. И это заметно и по интонации, а иногда он говорит это вживую. Если вы это почувствовали или увидели, скажите ему что-то типа того. Уважаемый клиент, предположим, я вас обману. Тогда пообещайте мне три вещи. Во-первых, опять у меня купите. Во-вторых, отзыв хороший дадите. В-третьих, друзьям посоветуйте. Но это же смешно. Мне втройне выгодно быть с вами честным. То есть все, что я сказал, так и будет. Я не буду давать вам завышенных каких-то обещаний. Если мы вот это не можем, я так и скажу, мы это не можем. Первый, самый главный секрет продаж в том, что вы должны продать статус эксперта. И сразу но. Не эксперта в своем продукте, а эксперта в бизнесе клиента. Нужно понимать, как ваш продукт позволит успешным стать бизнесу клиента. Ну вот угадайте, о чем клиент больше хочет с вами говорить. О вашем продукте или о своем бизнесе? Я думаю, тут понятно. А вот вторым секретом здесь является честность. Честность – категория не моральная, а экономическая. Честно быть выгодно. То есть в долгосрочной перспективе постоянные клиенты самые надежные, постоянно дают деньги. Они могут успокоить сомневающихся, доказать новым клиентам, что с вами стоит работать. Но любители, у них есть такая проблема. Они завышают ожидания, лишь бы продать. Профессионал продает при минимальных ожиданиях. То есть, если вы можете это за 10 дней, и вы это знаете, и клиент говорит, мы спешим, а можете успеть за 10 дней, вы ему скажете, да, конечно, можем, договорились, берем. Но по факту вы максимум оправдаете его ожидания. Если вы же скажете, ой, вы знаете, это очень сложно, я постараюсь, я лично отвечаю за этот контракт, вот брачный договор, я женюсь на этом контракте, лично буду контролировать всех исполнителей, вот, зуб даю.
Но 12-13 дней, наверное, было бы более реально. Я очень постараюсь. А потом вы сделаете за 10, ну да, вы превзойдете ожидания, и такой клиент скажет, вот с ним хочу работать. Что вы говорите, у вас на 5% дешевле? Проходите мимо, вы дилетант. Вот у этого парня или у девушки на 5% дороже, и я хочу работать с ним. Я думаю, отдел производства сейчас бы просто обнял Александра, потому что ну, постоянно есть эти вот между отделом продаж и производства эти проблемы. Да, и, действительно, начинающие продавцы постоянно стремятся как бы вот выложить козыри, так сказать, да, раньше времени. Есть такая история. Друзья, пишите вопросы, потому что у меня вопросов очень много, но это мои вопросы. Если кого что волнует, какие моменты... Да, я вижу, Николай, email, уточните, если вы работаете с постоянными заказчиками или вас уже знают, давайте вот этого на тренинге не будет, я вам скажу, может быть, этапы покупки. Вы должны кое-что понять. Вообще, на самом деле, тем, кто сегодня присутствует, ну, круто повезло, потому что я стараюсь давать больше, чем в раздатке, больше, чем в тренинге, потому что то, что там есть, вы просчете сами. Так вот, вот то, что я сейчас дам... Это такая штука очень важная, она дорогого стоит, если вдуматься и понять суть. Вот. Но ребята, которые попадут только на тренинг, они могут этого не услышать. Так вот, первое, что вы делаете, в любой компании B2B делают, это осознают некую потребность, некое желание. Предположим, оно уже произошло, состоялось. Второй этап. Они собирают информацию. У них, возможно, есть поставщик, или хотят заменить, или хотят попробовать нового, и выходят на рынок. Оставляют заявки на рекламе, пишут письма и так далее, и так далее. То есть они на стадии сбора информации. Третий этап – анализ. То есть они должны понять, что они собрали, и критерии выбора. То есть как я буду выбирать, на что обращать внимание. И они часто, если это новый клиент или новый закупщик, они не всегда точно, четко много это понимают. С профессионалами отдельный разговор сейчас скажу. И четвертое – это уже выбор исполнителя. А пятое – заказ. То есть осознание потребности, сбор информации, анализ информации, определение критериев выбора, как мы будем выбирать, исходя из чего? Из сроков, из качества, из цены. Ну, то есть надо разобраться. И часто, когда нам пишут впервые, мы думаем, нам кажется, что клиент находится на четвертом этапе. Да. Это такое иллюзия. И мы говорим, привет, красотка, пойдем в ЗАГС. Подожди, как тебя зовут? Ты кто? Давай вообще определимся. А компания находится, и человек, который осуществляет закупку, находится на стадии сбора информации. Ему сейчас нужна информация, чтобы вот это все получить. Но он, возможно, интроверт, общаться лично не хочет, но не выходит на связь. То есть он вот переписками переписывается, да. И так далее. И копирайтинг, искусство написания продающих текстов, как написать письмо так, чтобы это было очеловечивание вот этого буквы, да, чтобы в ней дух появился. Это тоже важная, интересная фишка. Сейчас есть у меня появился новый курс. Это продажи через мессенджеры. То есть это именно как писать, что писать и как это делать вот с точки зрения копирайтинга. Вот, возможно, немножко вот этот момент затронем. Поэтому если у Николая это так, то, возможно, вы мастер переписок, и у вас получается клиентам продавать, не общаясь. Это круто. Это круто. Это экономит время, но если шаблоны есть, еще больше. Но я заметил, что клиент обычно чувствует все равно, есть эмоция искренняя или нет, будь то переписка или разговор. Все равно нужен внутренний настрой, да, правильный именно посыл. Вот. Конечно, много нюансов. Да. Вообще, дьявол в мелочах, бог в деталях. Ну да. Мне понравилась вообще вот эта идея про профессионального продавца, который вот ну, не выкладывает козыри на стол сразу же. Хотелось бы маленько эту тему развить. А не будет ли, Саш, такая история, что когда ты вот такой прямо весь чопорный, что ли, что это будет немножко жестковато? Как тогда найти правильный подход и как быть вежливым при этом еще с клиентом? Так сформулирую. Смотрите, что хочет клиент? Клиент хочет, чтобы вы были компетентны, то есть вы были экспертом. Да. Клиент хочет, чтобы вы были заинтересованы. И клиент хочет, чтобы вы были энтузиастом. Он хочет не только результат, конечно, в первую очередь, но еще и где-то серотонин, где-то эмоции. Он хочет, чтобы с вами было, ну, прикольно. Вот. И что он не хочет? Тупой, незаинтересованный новичок. Вот это вот он точно не хочет. Но часто мы видим и по телефону, и в живом общении, и по общении текстом, ну, такой УГ. То есть кодовое название продавца УГ. Что мы продаем по телефону? Счастье, так вот, если по сути.
Вот. И есть специальные техники, которые позволяют это передать. Ну, то есть есть понимание того, как это сделать. А кто знает, что такое УГ? К сожалению, не могу вот со всеми общаться. Прикольно, когда человек 30-40, вот сколько нас сидит, и мы вместе видим глаза друг друга, коммуницируем. Я больше за живое общение. Или когда мы включаем все видео. Ну, вот, на тренинге мы так и сделаем. Да, а вот если сейчас кто-то напишет, что такое УГ, мы, может быть, как-то предположим и поймем, что это значит. Вы спрашивали, Федор, про карьеру продавца или про то, что, как он развивается. Да. Так вот, у нас проблема немножко в России, ну и в на постсоветском пространстве, в СНГ, у нас самые молодые продавцы. Потому да, что вот, средний возраст продавца на Западе – это 50+. Вот смелые люди в чате нашлись. Да, это... Да. Это да. Хорошо. Вот, ну, мне... Понимаете, я не вижу и я не представляю. Кто-то едет в машине, кто-то сейчас с кем-то общается и параллельно слушает нас, кто-то сосредоточенно приник к экрану, кто-то взял ручки и бумагу и записывает, конспектирует какие-то фишки и так далее. То есть это совершенно по-разному, но должна быть какая-то коммуникация. Поэтому я видел, что там из 40 человек поставили 5-6 плюсиков. Ну, наверное, где-то вы так сидите на заборе. Слезайте с забора, коллеги, давайте общаться и задавать вопросы. Я вам скажу, что у нас почему молодые продавцы? Потому что они не видят в этом профессию. Ну, то есть, когда ты приходишь в профессию, ты приходишь надолго, ты строишь карьеру, и карьеру продавца можно сделать очень серьезную. Если ты делаешь только транзакционные продажи, это самые массовые продажи, свободная касса, короткий цикл сделки, маленькая сумма среднего чека, и ты думаешь, ну неужели я всю жизнь этим буду заниматься? Но когда ты переходишь на консультационные продажи и начинаешь помогать клиенту выбрать, принять оптимальное решение, то он в тебе видит эксперта. Это уже не продавец, это специалист. И с ним очень сложно спорить о цене. Потому что он дал очень много все сверх того. Он тебе рассказал, какой рынок, какие есть дилетанты на этом рынке, во что можно верить, а во что нельзя. Вот я вам скажу, у нас из 1200 страниц текста, который вам сейчас пришлю, будет максимум одна ошибка. Если вам кто-то скажет, прям застрелите его. Это невозможно. Даже в любой книге и так далее будет, если внимательно просмотреть. Да? Поэтому, а на какой процент можно рассчитывать? А что ожидать? И так далее, и так далее. Или сколько это будет стоить? А вы хотите? Да, ну тогда это вот столько. Вот. И вы покажете ему, как, что здесь происходит. Но есть и профессионалы, которые давно этим занимаются, как вы говорите, знают это хорошо. Здесь вопрос какой? Вы выбираете фриланс. Что такое фриланс? Ни один человек, ни один практически, ну я не знаю, если знаете кого-то, назовите, не стал чемпионом без тренера. А как вы думаете, почему? Потому что невозможно настолько себя вывести из зоны комфорта самостоятельно, чтобы настолько постараться. Представляете разницу нагрузки между третьеразрядником и мастером спорта? Или чемпионом олимпийским? Вот именно поэтому, когда ваши клиенты покупают у агентства, у бюро, у менеджера, то это высокая гарантия того, что все сказанное будет воспроизведено так, как есть. Когда же они покупают у фрилансера, ну, иногда бывает, что это такой вопрос. То есть это туман. То ли повезет, то ли не повезет. Я ничего против фрилансеров не имею. У меня порядка 70 человек сейчас так или иначе нам помогают, но мы огромную селекцию произвели. То есть это один из 20. И есть такие хорошие, серьезные ребята в самых разных сферах, которые действительно сказал и сделал, но они всегда имеют буфер. Они не занимаются всеядностью, они не потребляют все подряд. То есть они выбирают своего клиента. Клиентов достаточно, их достаточно. Если вы определили четко, какой клиент ваш. Но часто мы просто все подряд, всем подряд продаем, а потом мучаемся, потому что взяли не своего клиента. Это нам обходится дороже, мы зарабатываем себе отрицательную репутацию и так далее. Если вы не можете познакомить своего постоянного клиента, старого, с новым, который только выбирает, у вас что-то не так в бизнесе. То есть вопрос чаще в именно, скажем, настойчивости в приближении к своему клиенту, нежели в том, чтобы менять там постоянно. Да, а вы абсолютно смелы, вам нечего скрывать, вы действительно классный, вы честно говорите, вот здесь будет косяк, примерно вот в таком объеме. И лучше вы на рынке не найдете. Не, если найдете, это будет дорого просто, дорого. Вам все будут это обещать, но никто этого не будет делать. Ну, потому что это того стоит, это честно. Но давайте я вам так скажу, смотрите.
Если хотите, запишите. Классный скрипт, он мне очень нравится, я вам много их буду давать. У меня их больше 200 самых разных. Уважаемый клиент, вы наш новый клиент. Вы четко видите цену и туманно ценность. Обед 1000 рублей, дорого, дешево. Фиг его знает, после обеда скажу. Ну как знать? Может там омары, лангусты и так далее. А вот наши старые клиенты, вы думаете, наши старые клиенты не знают, где купить дешевле? Все наши клиенты постоянные, которые работают с нами годами, знают, где купить дешевле, но берут у нас. Как вы думаете, почему? Это такой легкий вариант скрипта. А чуть потяжелее звучит так, о том, что вот смотрите, вы четко видите цену и туманную ценность. А наши старые клиенты знают и цену, и ценность. Это раз. Сравнили с конкурентами, это два. И все равно берут у нас, это три. Вывод. У нас хорошая цена. Самый дешевый? Нет, хорошая, достаточная. Минимальная цена за ваше максимальное счастье. Ну, а теперь представьте, что я то же самое скажу вот в такой интенсионной окраске. Уважаемый клиент, предположим, я вас обману, пообещайте мне три вещи. Во-первых, опять у меня купите, во-вторых, друзьям посоветую, в-третьих, отзыв хороший дадите. Это минимальная цена за ваше максимальное счастье. Убедил? Вряд ли. Вряд ли, да? Но когда я слушаю звонки, я понимаю, что клиент бы мог купить, но не захотел. Он подумал, что вот эта неуверенность на том конце провода заразная. А вдруг я заражусь неуверенностью? Давай я возьму у другого. Я сейчас вам деньги отдам, а вас отнимут. Поэтому, конечно, мы проработаем в том числе и не только что говорить, но и как. А как быть уверенным в себе? Ну, у меня есть книга «7 шагов к полной уверенности в себе». Я 13 лет сам когда-то ходил в поля и провел около 70 тысяч переговоров. Недавно посчитал, и ко мне иногда подходят после тренингов и говорят: «Да ладно, Александр, что-то какая-то шутка, это вы как? Ну вот как, 70 тысяч?» Ну, посчитайте, был период, когда я проводил по 50-100 переговоров ежедневно, и такой период был 3 года, по 240 рабочих. С телефонными, да, ты имеешь в виду вместе, да? А? Вместе с телефонными, да? Самые разные, живые, телефонные, но живых на тот момент было больше, это был холодный обход. Вот, ну, как торговый представитель. Потом и большее количество телефонных и так далее. И, конечно, вот это все отрабатывается. И вы можете очень классно продавать, если уделите этому профессии, профессионально к этому отнесетесь. Ну, то есть, вот вы заметили, что люди-профессионалы, они помимо того, что на работе, еще могут дома смотреть об этом ролики, читать об этом книги, обсуждать где-то. То есть, им нравится их профессия. И они, как правило, лучшие. Но если вы ушли с работы, дверь закрыли, перекрестились и побежали домой быстрее, ну, наверное, у вас не очень хорошо это получается, потому что вы недостаточно время уделяете на отработке искусства, на отработке мастерства своего. И ваш коммуникативный аппарат, он как мастерок, вы им кладете камешки и строите здание. Вот его надо потренировать и отрепетировать. Это вопрос к тому, кто лучший продавец. Ну, это скилл. Больше просто, что поливает, что и растет. Да, да. Ну, это ты говоришь именно о неком навыке, там, ораторском в том числе, да? А уверенность, наверное, она как бы изнутри, да, еще чувствуется? Ну, да, конечно. Это такая важная история. Меня все берут. То есть да, вы, да, 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 да. Глобально, да, и хотите, чтобы вас все брали, и вас берут. Это чувствуется, да. Человек говорит тихо, неуверенно, слабым голосом, сомневается, дрожащий, у него интонационная окраска такая, да. Ну, речь, да, конечно, такая. Хорошо, да, сделаем все такое. Ну да. Это слышно, это чувствуется. Об этом тоже будем говорить. Ну да. Окей. Продаж огромен. Огромен. Если вы переходите на стратегические продажи, то это уже даже не консультация. Это партнерство долгосрочное, взаимовыгодное. И вы говорите, вот весь ваш бюджет, какой есть, это надо высокое качество, среднее, дешевое, так, сяк. Вот я весь сделаю так, что вы не захотите искать мне замену. Какое вам сделать предложение, чтобы вы больше не выбирали, перестали выбирать? Что вы хотите услышать? Вот это. Угу. Если вы найдете это, и кто-то вам посоветует, это лучше. Да, именно просто в услугах, в переводческих, по крайней мере, точно, самые крупные заказы, они все так на долгосрочную перспективу всегда идут, и ты очень долго обычно пробиваешься на лист принимающих решения. Ну и вообще, там продавцы начинают нормально продавать, поработав от полугода, так в среднем, если делать по отрасли. Да, да, более длинный цикл сделки. Это как бы уже некая норма, да, которую все примерно понимают, и то есть это всегда некие вложения, и вот, поэтому за полгода можно, наверное, неплохо натренироваться, я думаю, так-то. Было бы желание. Работа – это работа, тренировки – это тренировки.
Западный стандарт 13 тренинг дней в год. Это полноценных дней, которых вы выделяете. Это чаще, чем раз в месяц. Это минимум одну субботу в месяц вы выделяете на отработку, на тренировку. И плюс еще люди там по вечерам иногда отрабатывают некие моменты переговорные. Вот. А мы работаем, ну и как бы вот, и все. Но работа – это не тренировка. Вы применяете ровно то, чему научились и что умеете. Но вы не оттачиваете свои навыки. Это немножко другой вид спорта. Поэтому этим надо заниматься отдельно, безусловно. Кто хочет стать чемпионом в этой сфере, должны получить лучшие фишки от мастера, от профессионала и отрабатывать их какое-то время. Ну, то есть за день, за два мы кубики пресса не накачаем. Мы увидим упражнения, мы попробуем их, но здесь надо немножечко будет потренироваться. Все так. Ну да. Так, ну хорошо. Так, друзья, никто вопросов не пишет, но смотрите. Сейчас посмотрю, что у нас на Ютубе. Тут, по-моему, немножко подглючивает. А, да, Саш, хотел еще вот про качество тогда спросить. Дело в том, что там переводы – это одна из самых сложных таких отраслей в плане оценки качества. И зачастую клиент вообще не понимает, как его оценивать. То есть он хочет, чтобы было качественно, но как это оценить, ему это прям очень тяжело всегда. И поэтому зачастую продавцы продают вообще, убирая качество за скобки, как бы, да, то есть потому что все равно, ну, как бы не поймешь потом, как это все оценивать. Вот. Не знаю, насколько это правильный подход. И вообще, то есть, реально ли, в принципе, здесь обучить клиента, насколько это... Вот, ну, есть такая идея, знаешь, в возрасте, что надо клиента обучать. Но насколько это не утопия... Для некоторых бюро это страшно. Для меня это вопрос немножко, да, насколько это не утопичная такая штука. Для некоторых бюро это просто страшно. Ну, то есть, у них, если низкое качество, то им лучше не обучать клиента проверять качество. А для тех, у кого есть ОТК, отдел трудового контроля, тех, у кого хорошо с проверкой, тем как раз выгодно клиента обучить проверять качество. Почему? Потому что он просто сравнит, и он выберет вас. Да, есть еще один нюанс. Это требование к качеству. Вы понимаете, например, вы самые качественные, ну, предположим, приходите к клиенту, он говорит, вы прыгаете на 2 метра, а мне не надо, мне метр достаточно. И все, и ваше главное конкурентное преимущество он нивелировал. И прожимает по цене. Да. Конечно, если вы на это поведетесь, то вам придется прожаться. Но если вы ему объясните, какие риски он берет на себя и забирает такое качество, то иногда хороший продавец делает пас. Не мой клиент. Такое тоже бывает. И это правильно. Я всегда спрашиваю, как давно вы увольняли клиента. И что говорят обычно? Ну, есть такое правило, не работать с мудаками, и это очень выгодно. То есть бывает такой клиент, знаете, кожа, плетка, это не наши методы. Вот мы более традиционными методами работаем. Я вам дам список моих коллег-конкурентов, вот можете идти к ним. Пару, тройку, четыре таких клиента конкуренту и не выживет. Ну да, да, да. То есть весь его там персонал будет загружен вот этими рекламациями, обработками там и так далее, и так далее. Поэтому если он платит достойно, то стоит выделить ресурсы и так далее. А вообще, хорошие крупные агентства, они имеют, скажем, умеют еще и обучать клиента. То есть, когда у них сильное положение, они качественно делают, они умеют клиента обучить для того, чтобы он различал и выбирал их. Ну, особенно, да. Когда клиенту это важно. Зачастую просто клиент бывает профессиональным закупщиком, который имеет свой отдел переводов, и он может проконтролировать качество. Но в этом случае он хорошо и понимает формирование цены и себестоимости. Понимаешь? Да. То есть он, конечно, в этом смысле немножко становится тяжеловатый в плане переговоров. Ну, более профессиональный. Ну, на самом деле, с таким клиентом очень приятно, потому что когда вы его завоевали... Это более приятно, да-да-да. Завоевали. Он потом не хочет вас потерять. Да, это точно. Это сложный точно. Клиент, когда он такой грубый и так далее, я же уже говорил, он такой же и со всеми. И здесь надо уже и переговорное искусство. Знаете еще в чем проблема? Я вижу просто, ну или задачи, я вижу очень милых, красивых, приятных девушек, да, и я понимаю, что очень большое значение имеет контекст переговоров и слова. Сейчас объясню, о чем я. То есть если вы обращаете внимание только на содержание, то вы улавливаете, что вам хочет сказать клиент. Но мы, к сожалению, еще обращаем внимание еще на то, как он это говорит. И часто его контекст общий, грубо, ласково, наезд или что-то еще, оно немножко выбивает нас из колеи, и мы теряем суть, вот эту суть. А с профессиональным клиентом очень приятно вот общаться, потому что там больше по сути.
Ну, вот пример такой приведу. Вам кто-то скажет: милая моя, хорошая, родная, дорогая, ты заслужила, забери свои 100 тысяч, это твои деньги, молодец, спасибо тебе огромное. Это первый вариант. Второй вариант. Слышь, ты, ну-ка, быстро забрала свой миллион, пошла вон отсюда. Вот что вы выберете? Хороший вопрос. И многие выбирают 100 тысяч. Да, я согласен, да, есть такая история. Да. Это к вопросу о коммерции, да, вот тут немножко... А что надо выбрать, Саша? А что лучше выбрать? А? Лучше выбрать миллион, да, все-таки? Конечно, о чем речь, конечно. Это, знаете, есть такая книга «Путь торговли», и там очень интересно, она под японские такие сказки написаны, и там якобы ученик приходит к учителю и спрашивает: а что мне делать, учитель? Мне очень не нравится рожа клиента. Вот как мне быть, как мне поступить? Да, мне клиент не нравится. Он говорит: ну ты определи, что тебе больше нравится? Его деньги, ну что выше, любовь к его деньгам или не любовь к его роже? И как-то взвесь для себя и определи. Если для вас 100 тысяч, тогда вы выбираете наиболее комфортные, наиболее такие удобные сделки и так далее. Если все-таки деньги, то тогда контекст не важен, важна суть. И вот это порой сложно отличать. Серьезно, но, согласен. Переводчики все-таки грамотные, культурные, воспитанные люди. Ну, грамов там встретить можно редко. Они просто очень язвительно начинают поедать нам мозг. Маленькой такой ложечкой профессионалы поедают, поедают. Но если вы докажете свою экспертность, то вас выберут и надолго. Ну да, да. Не, очень такая серьезная мысль, на самом деле. Спасибо, Саш. А, вопросики из чата. Александр, как лучше вступить в разговор с холодным клиентом? Как лучше вступить, начать? Ну, на самом деле, у нас прям будет целый блок, мы будем это отрабатывать, да, и самое лучшее – это вопрос мост. То есть, скажем, я накидаю вам, может быть, десяток вариантов, но наиболее высококонверсионный сейчас мост. У вас то-то, то-то, а у нас то-то, то-то, и нам есть что обсудить. Ну, то есть, закинуть мостик, что у нас есть общая тема. Да. А второй момент – это зависит от контекста, от того, что вы про него узнали. То есть, если вы какой-то прецедент сможете сказать, и наилучшим способом вступить в контакт с клиентом – это сказать о нем, про него. Не про себя, а про него. Но для этого надо немножко подготовиться. Немножко подготовиться, да. Да, и чем точнее будет эта мысль, тем лучше. О клиенте, естественно, да. Да, то есть, вот, ну, давайте я вам так сейчас скажу. Представьте себе на секундочку, вы звоните и говорите: Николай Федорович, добрый день. Да, здравствуйте. Позвольте, я вам кое-что о вас скажу, сейчас расскажу. А вы одобрите или опровергнете? Поправите меня. У меня небольшое досье на вас. Уверяю вас, с удовольствием все послушают. Потому что это им интересно про них. Вы в общей сложности заказываете текстов на такую-то сумму. В основном вас интересует то-то, то-то. Работаете с теми. Но вы мне сейчас скажете: Александр, а как это выяснить? То есть как это узнать? Это мы подробно обсудим тогда уже на тренинге. Окей. Вопросик еще. Как подцеплять нужные контакты в соцсетях? Вообще соцсети ведь рабочий, да, Саша, инструмент сегодня? Да, рабочий. Ведь понимаете, у клиента, чтобы заходить в крупную компанию с длинным циклом, есть условно 4, но это минимум 4, так вообще 11 ролей. То есть есть так называемый ключник, привратник, союзник. То есть нам надо найти точку контакта первую, кто вам просто покажет путь, куда обращаться, кому идти. И иногда в крупной компании, вот есть бюро переводов, не могу пока называть какое, они работают, вот у них 90% клиентов в пределах Садового кольца. Ну, вот только вот такие ребята. И там сложные клиенты, статусные и так далее. И вы действительно в соцсетях находите кого-то, кто может вам указать путь или сказать, с кем поговорить. Предположим, вы выяснили, кто это, ЛПР, зашли и тоже нашли его в соцсетях. И да. Вот, есть два варианта. Можно, конечно, попытаться это сделать в лоб, ну и получить бан. Да. То есть человек отпишется. А можно немножко более таким, ну, это дольше, но конверсия намного выше. Вы можете подписаться, вы можете оставить комментарий какой-то, да, у него в посте. Опять же, если он активно постит. Если пассивно, конечно, это будет сложнее. А я рекомендую все-таки начать издалека и сделать по рекомендации. Иван Иванович, добрый день. Мне порекомендовала с вами пообщаться Надежда Павловна по одному неординарному вопросу. Будет у вас минутка, когда вам будет удобно вот попереписываться. То есть зайти сбоку аккуратненько и найти кого-то, чье-то имя в компании, которое он знает. Тогда вы будете не холодный, не как снег на голову, вы уже будете хотя бы немножко теплый.
Хотя есть и другие способы. Ну, например, мультиканальность, да, мне кажется, эффективная, когда ты с разных заходишь каналов именно к одному человеку, но аккуратно тоже, если особенность это высокая. Ну, если он обнаруживает, что ты занимаешься терроризмом и долбишь его и по телефону, ну, и в мессенджерах, это тоже такой тонкий момент, конечно, да, да, это надо, чтобы он был подготовлен к этому. На самом деле, если вы уверены в своем продукте, и вы лучшие, вам скрывать нечего, и вы просто делаете преступление, не продавая. Ну да. То есть вам туда не надо. Клиенты же, они ленивы, они не хотят менять поставщика, они не хотят контролировать, проверять. Ведь у всех крупных клиентов, давайте я так спрошу, коллеги, у меня к вам вопрос. Хотите знать, у кого будет самый большой бюджет в 2021 году на ваш продукт? Кто хочет знать, поставьте там циферку, не знаю, 3. Кто хотел бы узнать, у кого будет самый большой бюджет на ваше добро в 2021 году? В следующем я дам достаточно точный ответ вам. Угу. Ставят коллеги тройки, да. Да, попробую, чтобы... Угу. Вот Дмитрий уже знает. Хочется, чтобы хоть немножко, ребята, с забора слезайте к нам, да, и начинайте уже общаться, коммуницировать, потому что время заканчивается, и знаете, что происходит? Мы полвторого мы еще вспоминаем вот этот вебинар. Мы раскрываем смысл этих слов, потому что был пулемет таких концентрационных фраз, и доходит потом, очень, да, и согласен. Хочешь внимательно слушать и так далее. Плотность смысла прям высокая, да. У того, у кого и в прошлом, у того же, у кого и в 2020 году, то есть у ваших постоянных клиентов, самые крупные клиенты не ищут, ну, как бы, не бегают по рынку, они не ищут поставщиков, они уже их имеют и выстроили систему вот эту отбора, поэтому, конечно, придется инициировать, конечно, придется самим доказывать. Но кому он больше поверит? Тому, с кем он работает давно и уже вроде какой-то опыт? Или вам, новенькому, первому и так далее? Ну, наверное, тому, с кем он уже работает, он хотя бы понимает. И вот эта вот граница самая такая, ну, сложная, тонкая. Вот я планирую дать вам несколько приемов, которые помогут вот эту резинку прорвать, вот эту оборону прорвать и несколько фраз, которые позволят вам, чтобы клиент дал вам шанс попробовать, какой-то пробник. Ну да, спрашивают, как их получить. Вы, если вы облажаетесь, уж извините, да. Это уже не ко мне. То есть тогда здесь надо филигранно его выполнить, чтобы он понял, что вы точно не хуже, чем его постоянные поставщики. Что вы говорите, Федор? Да, я хотел сказать, что на самом деле эта филигранность, на самом деле она тоже отрабатывается, тоже некий тренинг, да, понимание этого вот баланса, где можно зайти с одной стороны, где с другой. То есть это некая тоже такая история, которая натренировывается, не все это понимают. Некоторые думают, что ты должен прийти таким быть уже психологом, все знать сразу же, но нет. Когда вы отработали скелет, да. вам легче, вам не надо думать. Вы скелет уже весь знаете, вы тогда уже вариативность у вас возникает, вы уже листья. Знаете, как это, чемпион вяжет парашют после прыжка. То есть он может лепить горбатого на ходу и так далее. Почему это так? Не потому, что он дилетант, а потому, что он подготовился. Он очень много внимания и времени уделил в подготовку. Он профессионал и относится к этому действительно профессионально. Тогда у него получается легко и непринужденно, потому что большинство ответов на все вопросы уже готовы. Хотя я сегодня никак не готовился, вот сегодня меня расстреливают, и вы можете задать мне любой вопрос, но когда ты, знаете как, бывает ты профессию находишь, бывает она тебя. Вот у нас с ней любовь, у нас взаимно. И когда ты этим занимаешься 20 лет с любовью, я лет 10 уже, наверное, последних вообще не работаю. Это просто такое высокооплачиваемое хобби и с удовольствием делаю то, что делаю. То тогда не надо ни книжку подсматривать, ни думать и так далее. У тебя все это идет от сердца, от души, и ты просто тут же отвечаешь. Хотя очень-очень много и в памяти на Винчестере есть самого лучшего из того, что какие ответы есть, переговорные приемы, способы, фишки и так далее, и так далее. Супер. Ну, давай еще один вопросик такой, он, мне кажется, объемный, поэтому, наверное, и мы на сегодня ограничимся. Я могу коротко, если вопросов у тебя много, давай я буду отвечать прям вот 30 секунд на вопрос. Не так и много, я думаю, здесь ты можешь сколько, там, 2-3-4 минуты уделить этому. На что бы обращали внимание в первую очередь на первом собеседовании? При найме продажников совет просят. Да, действительно, на этот вопрос за одну минуту сложно ответить, потому что, чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать пару вопросов. А какая у вас система адаптации? Если у вас система адаптации слабая, и если потом вы бросите котенка в воду, то выбирайте самоорганизованного человека, смелого, кто
кто грести будет. Если же у вас система адаптации есть, то вы можете выбрать того, кто чуть дольше разгоняется, в него больше надо вложить, но тогда он и дольше сможет стабильно поработать. Но вообще, если вы говорите про активного продавца, то, конечно, смотрите на экстраверсию, то есть его коммуникативные навыки, потому что если он по жизни условный редактор, и вот он молчун, а вы хотите его посадить на холодные звонки, но будет грустная история, это будет сжатая пружина, которая потом сломается. Поэтому если он любит общение, любит общаться с клиентами, любит коммуницировать, и это видно, у него есть энергия какая-то, то тогда да. А если он говорит тихо, смотрит в пол, да, я очень коммуникабельный, вот, то, наверное, вы это поймете. Но по факту, скажу так, мы задаем буквально 5 вопросов и четко и быстро отсеиваем, один из которых звучит так. Что для вас продажа, одним словом? Коллеги, что для вас продажа, одним словом? Да, напишите, кстати. Ответьте, пожалуйста. Ну, пока коллеги пишут, Саша, то есть ты, в принципе, не сторонник длинных ассессментов и тестирований всяких? Или ну как, нанимай долго, не быстро. Я просто делаю это очень быстро, я провожу ассессмент массовый. То есть я приглашаю человек 40 и буквально за 3 часа их отсматриваю. То есть я не хочу месяц искать человека, я его ищу за один вечер. Ну, это да, ну а всякие тестирования, процедуры тестирование там... тоже есть, но пока я смотрю одних, другие проходят тесты. Да, потом мне достаточно просто глянуть результат. Мне же там не все надо смотреть, мне нужно итог результата. А знаешь, я сразу вижу, кто передо мной. Групповой ассессмент, когда коллеги между собой вот конкурируют. Да, и это тоже. То есть мы разыгрываем встречи, переговоры и так далее. Да, конечно, это уже на втором этапе. Мы обязательно. Ну, то есть, понимаете, бывает человек никогда не бывает так близок к идеалу, как на собеседовании. Но когда дело доходит до работы, становится немножко грустно. Это был его прыжок в воздух, да? Точно, а когда вы начинаете просто, как это сказать, ну, то есть давайте разыграем звонок, вот тогда ты, в общем-то, примерно понимаешь, что ты встретил. Некоторые начинают обманывать, лукавить. То есть они применяют такие приемы, обманные. Их огромное количество, но я их не рекомендую просто потому, что они одноразовые. Есть способы, с помощью которых можно пройти блокера, это не обманные способы. Ну, то есть что-то типа вы звоните клиенту, и секретарь говорит, а кто это? Ну, соедините меня с директором, там, да? А вы кто? Муж. Чей? Он знает чей. Ну, можно и так, конечно, сказать, но это будет один раз. Ну да, да. Перезвоните, это грустно. Я, конечно, шучу, но всякий способ. Мы договаривались на выставке, хотя бы не встречались, да, или он ждет моего звонка, какие-то такие обманы. То есть ты не сторонник такого, да, в принципе, это потом в итоге... Да, я либо абсолютно честными способами, и они есть, поверьте, они высокопрофессионные, работают хорошо и в Москве, и на сложном рынке, и так далее. И есть немножко, скажем, притянутые за уши, но это точно не обман. Потому что в конечном итоге вас будут судить по тому, как вы строите отношения. Ведь вы же хотите долгосрочные взаимовыгодные отношения. Как же можно тогда обманывать? Приключения, говорит Елена. Общение, говорит Евгений. Жизнь, говорит Роман. Игра, говорит Мария. Азарт, говорит Ольга. Продажа, результат. Деньги, говорит Евгений Антонов. Вот его ответ правильный, так же, как и Дмитрия Хохлюшкина. Коллеги, если... нет денег на счету, то продажа не состоялась. Если вы пообщались прекрасно, азартно и так далее, ваши ответы прикольные, они отображают ваше состояние. Но мы сейчас говорим о конечном результате. Если вам ответили не одним словом, а несколькими, человек даже слушать не умеет, тут дисквалификация. Но часто они говорят что-то типа там общение. Но общение это больше про процесс. Если вам нужен результатник, я надеюсь, на меня Евгений не обидится, это больше про процесс. Но, как бы вам сказать, процессники тоже нужны. Если вы наберете одних только результатников в отдел, это такой момент построения команды, это будет битва. Стая одиноких волков такая. Как одиноких волков сделать стаей? Ведь должна быть взаимовыручка, поддержка, обмен опытом, мнениями и так далее. И вот это вот некое сочетание. Поэтому только одни результатники тоже не есть хорошо, когда вы только об этом думаете. Но кто-то должен это осознавать. Да, деньги, сделка, контракт, деньги. И вы понимаете, что человек нацелен на результат. Смотрите, давайте я вам пример такой приведу. Вы звоните после отправки коммерческого предложения. Вы обсудили все вроде, и ждут цену, вы отправляете и перезваниваете. Бывает у вас такой диалог? Конечно. Звонок после отправки КП.
Какая цель этого звонка? Многие говорят, узнать, выбрали ли нас, какая вероятность сделки, там, или выяснить там что-то. Но по факту цель звонка – получить реквизиты для заключения договора. Ну, если о цели мы говорим, да? И когда человек помнит цель, он по-другому ведет диалог. О чудо, он по-другому ведет диалог. И от этого очень много зависит. То есть целеполагание, точное понимание, а что я конкретно делаю. Это может быть весело, драйвово, позитивно, но почему-то без денег, почему-то без сделок. Вот, боже упаси подумать, что профессионализм – это суровое, озабоченное лицо. Нет, улыбайтесь, коллеги, конечно, я ко всему по жизни отношусь с юмором, просто немножко вас провоцирую, поэтому это нормально. Продажи и маркетинг. На что делать больше акцент? Маркетинг поддерживает продажи, но в каком соотношении? 30% маркетинг и 70% продавцы или иной вариант? Значит, это большой, емкий такой вопрос. Я недавно на него отвечал в одном интервью. Это немножко зависит, опять же, от вашей, как это сказать, в общем, от вашей команды. От вашей команды. Маркетинг сейчас все больше и больше имеет значение, потому что помимо человека, который будет что-то говорить, клиент еще смотрит на презентацию, на сайт, на вашу рекламу, на скорость ответной реакции на эту рекламу и так далее, и так далее. Поэтому он уже по маркетингу может судить, ну, насколько достойная эта компания. А бывает странная история, маркетинг шикарный, привлек внимание, заинтересовал, вы позвонили, а там с седьмого гудка заспанный голос говорит: алло. Бывает, ну, то есть человек кому-то поручил маркетинг, маркетолог свое отработал, а потом продажи все слили. Поэтому, конечно, это комплексно, это совокупно, и здесь мы могли бы говорить часами. Но вот я так скажу, у меня есть три канала: теплого, горячего и холодного трафика. И на холодном трафике у меня сидят такие ребята, лидорубы. Они просто просеивают сотню лидов и находят, вот у нас конверсия 13,5 была в августе, 13,5 целевых. Это о чем говорит? Да, что 87 нецелевых, но они стоят 65 рублей. И когда ты это понимаешь, то почему бы и нет? Просто программа этого человека, лидоруба, она на это и заточена, что ему сыпятся заявки, и он просто просеивает. А того, кого целевое, он передает уже специалисту. И знаете, в чем чудо? Специалист, когда созванивается или говорит, это уже не холодный звонок, это уже теплый звонок. Он утепляет, он утеплил. Да? Но можно добиться того, что вам будут звонить теплые клиенты, или писать, или начинать общение, но это будет стоить дороже. 2000, 3000, 4000 за лид. И упустить такого лида очень грустно, хочется прям кричать. Ты потратил, не знаю, 300 тысяч на маркетинг в этом месяце, купил 100 лидов, ожидаешь конверсию, не знаю, 30%, 30 сделок на средний чек вот такой, и LTV, срок жизни клиента там 3 года, и ты понимаешь, сколько ты заработал. А по факту конверсия оказалась там в 10 раз ниже, 3%, и не окупила даже рекламу. Поэтому это вопрос комплексный и часто зависит от профессионализма каждого руководителя, каждого подразделения. Хорошо, когда оба профессионалы и действуют в общей упряжке. Это круто. Это круто. Да. Ну, еще бывает пиар-поддержка, там какие-нибудь статьи. И после нее обычно клиенты прям горячие приходят. И там уже, конечно... Да, да, но это такой органика, да, органический. Скорее, трафик. Аккаунтинг даже нужен эффективно. Да, да, да. Тогда уже клиент приходит конкретно вот на переговоры. Он не продавать да, да, не надо. Да. Он уже обсуждает просто условия, он понимает, что вы профи. Вы профи. Да. Окей. Хорошо, друзья. Я думаю, мы будем на сегодня заканчивать. Да, это так. Согласен, маркетинг перетягивает все больше и больше. Просто в конечном итоге, если, как да кто-то сказал, все рушится на тетке в кассе. Вот кассирша сидит, и все, и весь маркетинг останавливается на том, что вот в конце надо будет сделку заключить. И ее, если это не интернет-магазин, заключает человек. И вот этот человек может все облажать. Условно, в обед все встали и вышли на обед всем отделом продаж, не оставили дежурного. В результате позвонил самый крупный клиент в этом году, какой мог быть. Он просто прозванивал там шопинг такой, топ-5 компаний, которых нашел. Ну и вот вы были на обеде. И потеряли 30% всего годового бюджета. Такое бывает. Мы это называем стоять на воротах. То есть кто-то на воротах должен оставаться. Поэтому весь маркетинг может просто разбиться от бездарной продажи в том числе. Ну да.
Хорошо. Коллеги, спасибо всем большое сегодня за участие в нашем мастер-классе. Саш, тебе спасибо огромное за энергетику. Мне прям вот, я чувствую, как голова начинает в нужном направлении думать. Друзья. Да, если кто-то даст обратную связь, хотя бы там, не знаю, будем, как вам, плюсик, минусик по пятибалльной будем признательны. Шкале, будет приятно. Зашло, не зашло, нравится, не нравится. Это важно. Да, либо это сегодня, важно. Либо потом просмотр записи. Коллеги, Ольга, если вы меня слышите, киньте, пожалуйста, в чат ссылку на наш тренинг, который будет у нас 3 октября. Тренинг комплексный. Там Александр рассмотрит прямо-таки все этапы продаж. Ну, у нас будет целый день, поэтому, я думаю, мы хорошенько все проработаем. Друзья, сегодня у нас, кто сегодня оплатит тренинг, я даю скидку 20%. Круто. Да, коллеги, но при условии, что вы сами зайдете, пожалуйста, на сайт и высчитаете сами эти 20%, и если вы это сделаете, сегодня будет такая скидка, завтра 10%. Угу. Вот. Все, спасибо большое, друзья. Хорошо, приходите, это будет круто. Я буду на подъеме и выдам вам пошаговый алгоритм, который надо будет просто повторить. Просто повторить, да. Чтобы увеличить ваши продажи и прокачаться. Спасибо большое, Александр. Да, спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. До встречи на тренинге. Пока-пока. Да. Всем до свидания. До свидания.